самом деле, у меня два пасынка. Значит, один студент, один школьник. Вот. Но мне говорить об образовании с одной стороны легче, да, чем другим, а с другой стороны труднее, потому что я в первой декаде нулевых несколько лет возглавляла нормативно-правовой отдел Министерства образования и науки Российской Федерации. Через мой отдел проходили замечательные законы о ЕГЭ, вот, все законы Болонской системы, так называемые, и так далее, за которые, значит, мы собираем, так сказать, дерьмо до сих пор на себя, и это все понятно. Вот. Но я вам должна сказать, значит, по поводу ЕГЭ. Значит, мы вносили этот законопроект, значит, где ЕГЭ подразумевалось как одна из возможных дополнительных форм аттестации знаний. То есть, грубо говоря, значит, мы писали, что каждый абитуриент должен иметь возможность выбирать форму аттестации, предметы, да, и так далее. То есть, грубо говоря, если человек не может сдавать экзамен в традиционной форме, если ему дорого ехать там, поступать с Камчатки, или он инвалид, ему проще, так сказать, заполнить электронные тесты, да, безусловно, он должен иметь такую возможность. Но это было дополнительное, так сказать. Вот. Что сделало правительство? Оно просто изъяло наш законопроект, когда оно уже получило одобрение в Думе в первом чтении, и внесла свой. То есть они законы подменили. Вот. Это был большой обман. Вот. И, естественно, в 2007 году я ушла из министерства и больше не хочу, так сказать, ассоциироваться с этим. Но чтобы вы просто знали, что идея это была совершенно другая, просто исполнение, так сказать, подкачало. Но в целом, значит, мы должны принять другой закон об образовании, их много законопроектов об образовании. Любой из альтернативных существующих сегодня законопроектов лучше сегодняшнего закона об образовании. Но я, как знаменитый спойлер партии КПРФ, который меня так называют, я считаю, что лучший законопроект разработан во фракции КПРФ Олегом Николаевичем Смолиным. Вот. И я, как профессиональный спойлер партии КПРФ, предлагаю ограничиваться вот этим законопроектом. Вот. Я против оптимизации, естественно. Вот. Это московская модель, так называемая модель Калины, моего бывшего непосредственного начальника. Вот. И я против принципа подушевого финансирования, потому что на самом деле это принцип, который касается не только образования, но и всей социальной сферы. У нас объем бюджетного финансирования, у нас вся инфраструктура, она напрямую коррелируется с плотностью населения. И мы это видим, да, в Москве, значит, в Дагестане у нас 3 смены, а в Сибири у нас школ нет вообще. В советское время у нас, даже если был один ребенок школьного возраста, на зеленом пункте была школа. Поэтому вот этот порочный принцип социальной политики, он должен быть убраны социальные политики вообще не только из образования. Ну и, конечно, содержание образования. Здесь, так сказать, у нас тоже, у вас уже целый пакет законопроектов есть. Качество контрольно-измерительных материалов, которые ниже плинтуса, да? Вот, но, да, если наша фракция такие, значит, получит свое представительство в Думе, то будьте уверены, так сказать, первая, может быть, первая сфера, которая подвергнется радикальному реформированию, это, конечно, образование. Потому что образование – это залог, так сказать, всего остального. Спасибо.